Быть корреспондентом очень ответственно. Надо успеть рассказать и показать вам все-все. И сегодня я буду вашим путеводителем по муниципальному форуму «Атайсал. Сила Отечества». У меня в руках волшебные хлебные колосья. Они исполняют желания. Вместе с участниками форума мы сейчас будем их обогащать зернами и добрыми пожеланиями на 2024 год. Хочу, чтобы в нашем районе было больше форумов. А я хочу, чтобы у нас было больше спортивных площадок. Совершать намного больше добрых и полезных дел. Я желаю, чтобы Чекмагушевский район среди россыпи драгоценных камней нашей республики был бриллиантом. Работа на площадке телеканала «Тамыр» кипит не по-детски. Здесь юные журналисты учатся снимать, рассказывать, показывать самые актуальные новости. И не только. Скажите, что тут происходит? В какую игру вы играли? Мы играли в снежинки. Первая игра была называлась «Снежинки». То есть мы в нашей команде за время изготовляли снежинки и продавали. О, а можно тоже ваш бизнес? Конечно. Мы рады таким креативным молодым людям. Женщина-хранительница очага, одна из секций форума. Здесь говорят о семейных ценностях. Я желаю Чекмагушевскому району процветания и муниципалитетов. Чтобы наши выпускники после получения высшего образования выбрали свою малую родину. Я хочу, чтобы в нашем районе еще сильнее развивался спорт. А я также хочу, чтобы движение первых стало одним из ведущих групп, которые будут дальше развиваться. Очень прекрасный сегодня семинар. Я посмотрел, как Чекмагуш изменился. Очень красивый. Детям большое развитие. Эдин атабабаларыгыздын бишинси башкурт полкунда хизмет итеп, Наполеонды еңгендерин иске түшүрүп, шул вакытта улар көп итеп буза, кымыз менен Кутузовту сыйлагандар. Шуну иске түшүрүп, шул ёгаларды тиргизип, буза, кымыз жетиштирүүдө булдурууга. Элдерге шуну тилейм. Даже Москва сегодня с нами. И там выступил вокальный ансамбль. Ну что ж, наша картина готова. Посмотрите, сколько тут пожеланий от участников форума. Это радует. Значит, следующий год будет богат на урожай. С вами была Алина Бакиева, спецкор телеканала «Тамыр» из Чикаго, из Чекмагушевского района.